Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такие вот простые пинеточки. Вяжутся они довольно-таки быстро, легко и просто. Украсила я их атласными ленточками. Вы, в принципе, можете использовать бусинки, пуговички, ленточки, просто жгутики. Я дырочек не делала, а просто вдела по межрезиночке вот здесь вот ленточку. Можно сделать с дырочками. В общем, как на ваше усмотрение вы считаете, так и можно сделать. В принципе, такие пинеточки подойдут для ребенка до года. Ну, то есть где-то до 10 месяцев для девочки 100%, для мальчика может быть месяцев до где-то 7, я думаю, достаточно, в зависимости от размера ножки. Вязала я чисто беленький, в принципе, можно использовать любой цвет, любой состав пряжи, в принципе, все, что считаете нужным. Кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла чистую акриловую белоснежную пряжу фирмы Lanosa серия Minty. Это классическая пряжа. Более подробно вы можете посмотреть ссылочку в описании о этой пряже. Затем я буду использовать спицы чулочные номер 3, 5 штучек. Теперь же нам понадобятся ножнички и крючок для обрезания и заправки кончиков. Для декора можете использовать различные атласные ленточки, пуговички, бусинки, аппликации, разные вязаные детальки. В общем, в принципе, любое украшение на ваше усмотрение. Для начала нам нужно набрать 41 петельку на спице. Берем одну спицу, набираем начальные 2 петли, затем приставляем вторую спицу и набираем еще 39 петелек. В общем, всего нам нужно набрать 41 петелечку на 2 спицы классическим обычным способом. Все петельки набраны. Теперь распределяем все петли на 2 спицах, набранные у нас, на 4 спицы. То есть на каждой у вас должно быть по 10 петелек и на 4 11 петелек. Для начала вытаскиваем вот эту спицу, на которой начальные 2 петельки, и оставляем на ней 10 петелек, то есть 2, 4, 6, 8, 10. И вытаскиваем вместе с 10 петельками спицу. Вот таким вот образом мы сейчас будем распределять. Почему я набирала сначала на одну спицу, а затем приставляла вторую, делала набор петелек? Для того, чтобы у нас не были растянутые вот эти крайние петельки. Я этого не люблю, поэтому я для начала набирала на одну спицу. Теперь снова на вторую, 2, 4, 6, 8, 10. Третью берем спицу. 2, 4, 6, 8, 10. И на последней спице у вас остается 11 петелек. Пересчитайте для того, чтобы было все верно. Теперь замыкаем наше вязание в круг. Коротенький хвостик ниточки у нас остается сверху, рабочая нить снизу. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем, приспускаем вот так немножечко спицы для того, чтобы нам было удобно. И теперь последнюю набранную петельку передвигаем на первую спицу, на которую мы распределяли петельки. Теперь у нас рядышком первая и последняя петельки. Мы первую набранную петельку одеваем на последнюю и спускаем ее. У нас остается только последняя набранная петелька. Последнюю петельку набранную возвращаем на правую спицу. Теперь немножечко потяните короткий краешек вверх, рабочую ниточку вниз. Немножко призатягивайте ее просто. И теперь у нас на 4 спицах, чтобы было по 10 петелек, мы после затягивания возвращаем с правой спицы на левую, то есть якобы с первой на последнюю спицу, вот эту петельку, и еще раз затягиваем. Теперь у нас на каждой спице по 10 петелек. Берем уже пятую спицу по счету и теперь начинаем вязать резиночку 1 на 1. Первая лицевая петля, вторая изнаночная. Снова лицевая, изнаночная. Лицевую петлю я вяжу снизу вверх, захватывая рабочую ниточку и вытаскиваю петельку. Изнаночную ниточка перед работой, сверху вниз ввожу я спицу, захватывая рабочую ниточку и вытаскиваю. Вот таким вот образом у меня изнаночная. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так как у нас четное количество петелек на каждой спице, у нас всегда на спице начинается лицевая петля, заканчивается изнаночная. И так вяжем все 4 петли.
спицы. Первая лицевая, вторая изнаночная. Далее снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я вяжу не слишком туго и не слишком свободно, для того, чтобы у меня петельки были ровненькие и максимально одинаковые по размерам. Снова третью спицу я перехожу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Придерживаем аккуратненько, так, чтобы не падали у вас спицы никакие. В первом ряду главное провязать, а затем второй ряд будет у вас попроще вязаться. Вот этот хвостик у вас всегда должен быть сверху. То есть вот это коротенький ниточек, это будет у нас отметочка начала и конец ряда. Вот так чередуем первый ряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь мы, довязав первый ряд, видим, что у нас последняя в ряду изнаночная, первая в ряду петля лицевая. И так и продолжаем второй ряд вязать над лицевыми петельками лицевые, над изнаночными изнаночные. Я буду лицевые вязать за переднюю стеночку, а за изнаночные за заднюю стеночку, для того, чтобы они были не перекрещены, а вот такие ровненькой косичкой. Лицевую за переднюю стеночку, изнаночные за заднюю стеночку. Еще раз повторюсь, для того, чтобы не были перекрещенные петельки. Вот лицевая снизу вверх, захватывая рабочую ниточку. Изнаночная нить перед работой за заднюю стеночку. Вот так вот захватываю рабочую нить. И снова лицевая, изнаночная. Так мы вяжем второй, третий и так далее ряд. Резиночкой нам нужно провязать где-то сантиметров 8. То есть приблизительно это 25-26 рядочков. Главное, запомните количество, то, которое вы вяжете на первой пинеточке, для того, чтобы сделать аналогично вторую пинеточку. То есть, если вы на первой вяжете 25 рядочков, измеряете вам достаточно высоты резиночки, то и на второй пинеточке вы вяжете точно так же 25 рядочков. Если же связали 26, 27 и так далее, то и на второй вяжете аналогичным способом. То есть, все последующие ряды мы вяжем как второй ряд. Над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными изнаночные. Начало и конец ряда, повторюсь, у нас будет начинаться, заканчиваться там, где наш хвостик при наборе петелек. То есть вот эта ниточка, которая у нас всегда находится сверху. Вот она. То есть первая спица, вторая, третья и четвертая. Так и запомните, чтобы потом вам легко было понимать, что я буду делать дальше. Итак, вяжем резиночку 1 на 1, 8 сантиметров в высоту. Я связала 25 рядочков высоты резиночки 1 на 1. В 26 ряду я начинаю вывязывать длину пинеточки. То есть, смотрите, у нас сейчас получается эта пинеточка для правой ножки. Поэтому нам нужны последние 14 петель. Для левой ножки мы будем брать первые 14 петелек в ряду. То есть, смотрите, еще раз повторюсь, для вязания правой пинеточки нам нужны последние 14 петелек. Для вязания левой нам нужны первые 14 петелек. Почему так? Потому что, смотрите, вот этот хвостик должен в середине быть ножки. То есть, если вы смотрите вот так вот, то вот она у вас правая ножка, вот левая ножка. То есть для вязания левой ножки нам нужны первые 14 петель. Для вязания правой ножки последние 14 петель. Я сейчас буду вязать правую ножку, поэтому вяжем первые 26 петелек по рисунку. Там, где лицевая, лицевая, там, где изнаночная, изнаночная. То есть лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, вяжем так первую спицу, первые 10 петелек, затем вторую спицу, вторые 10 петелек, то есть это у нас получается уже 20 петелек, первая и вторая спица. И еще с третьей спицы мы берем 6 петелек. 6 петелек вяжем лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Смотрите, до конца ряда у нас остается 14 петелек. Вот они, посмотрите, первые, получается, последняя спица 10 петелек,
то есть первые 10 петелек, и 4, вот они с предыдущей третьей спицы. Я их переодеваю сразу на последнюю спицу и начинаем вязать правую пинеточку. Для левой нам нужны будут первые 14 петелек, поэтому то же самое на левой вы будете делать на первых 14 петелек 26 ряда. Смотрите, что мы делаем с ними. Мы вяжем наоборот. Там, где были лицевые, мы вяжем изнаночные. Там, где изнаночные, лицевые. То есть первая из 14 петелек у нас лицевая. Значит, мы ее вяжем изнаночной. Далее у нас изнаночная, вяжем лицевой. Лицевая, вяжем изнаночной. Изнаночная, вяжем лицевой. Лицевая, вяжем изнаночной. То есть наоборот, мы чередуем вязание лицевая, изнаночная, как и раньше, но меняем местами. Там, где была лицевая, вяжем изнаночная. Там, где изнаночная, вяжем лицевая. Последняя у меня лицевая. То есть мы связали узором путанка. Точно так же будете делать и на первых 14 петельках 26 ряда второй пинеточки. Далее не довязываем до конца вот эти 3 спицы. Разворачиваем на изнаночную сторону. Первую петельку снимаем. Не связанной. Далее у нас идет лицевая. Мы вяжем за заднюю стеночку, вяжем изнаночной. Изнаночная далее вяжем лицевой. То есть узором путанкой будем вязать верхушку. Там, где лицевые, мы вяжем изнаночные. Там, где изнаночные, вяжем лицевые. То есть повторяем вот так вот мы полностью всю длину высоты нашей пинеточки. Или длины, как правильнее сказать. Последняя у меня лицевая, поэтому я вяжу изнаночной. Снова не довязываем до конца в круговую, поворачиваем вязание. То есть вот такими прямыми обратными рядами 5,5 сантиметров. То есть смотрите, сейчас получается у нас 3 ряда уже связаны. Если вы посмотрите, вот он наш рисок, уже хорошо виден. Вот она первая изнаночная, в следующем ряду вторая изнаночная, в третьем ряду вот она у нас третья изнаночная. То есть как бы в принципе... Сейчас мы связали фактически первый ряд и второй ряд вернули. Но вот этого риса у нас уже 3 ряда видно, из-за того, что мы поменяли направление. И вот таких вот рядочков я буду вязать где-то 21, наверное, ряд у меня вмещается. Ну, то есть сейчас мы посмотрим по ходу вязания. В общем, вяжем 5,5 сантиметров. Там, где у нас изнаночные, вяжем лицевые. Там, где лицевые, вяжем изнаночные. Я буду вязать в длину где-то 21 ряд. То есть сейчас у нас получается 3. Далее развернем на изнаночный ряд 4. На лицевой 5 и так далее. То есть где-то 20-21 ряд. Я сейчас вам скажу, сколько у меня вместилось. В общем, вяжем узором путанка. Первую петельку, не забывайте, мы снимаем не провязанной. Далее вяжем по рисунку, чередуя лицевая и изнаночная. Там, где лицевые, вяжем изнаночные. Там, где изнаночные, вяжем лицевые. И последнюю мы вяжем так, как у нас ложится по рисунку. То есть я здесь последнюю не как кромочную провязываю, а просто как последнюю петельку по рисунку. То есть вот смотрите, у меня она лицевая, значит я вяжу изнаночную. Если была бы изнаночная, я бы вязала лицевой. То есть здесь значения не имеет. Главное, первую снимайте, чтобы не запутаться. И вот так вот вяжем просто длину нашей высоты пинеточки. Вот так вот. Просто узором путанка, рис, как ее еще называют. В общем, кому как удобно, понимаете. Для кого непонятно, как я сейчас вяжу, можете отдельный видеоурок посмотреть. Я вам оставлю в описании. Обязательно посмотрите, как он вяжется. Очень интересный и красивый узорчик. Итак, я связала 21 ряд, как я вам и говорила, и остановилась на вязании в левом верхнем уголочке. Ну, то есть, смотрите, сейчас у нас начало было вот здесь тоже в верхнем левом уголочке, и закончили мы вязание в верхнем левом уголочке снизу. При вязании уже левой пинеточки у вас начало должно быть в правом верхнем углу, вот этот вот кончик ниточки. И в правом верхнем углу конец вашего вязания вот этой вот длины. То есть вот этот кончик должен быть у вас в начале ряда провязывания длины. То есть сейчас получается, я закончила вязание на изнаночной стороне. Вам нужно будет
точнее как, на лицевой стороне. Вам нужно будет закончить вязание на изнаночной стороне в начале вот здесь лицевого ряда. Вот так вот. Теперь смотрите, при вязании второй пинеточки вам придется связать на один ряд больше, либо на один ряд меньше, для того, чтобы закончить вязание именно в правом верхнем углу. Сейчас мы вяжем правую пинеточку, поэтому я вам покажу, как связать правую. Левая должна быть в зеркальном отображении связана, поэтому вы уже ориентируетесь, чтобы у вас с правой стороны был краешек и с правой стороны начало вывязывания высоты пинеточки, именно высоты подошвы пинеточки. Итак, что мы делаем? Смотрите, перед тем, как мы продолжим вязание, я вам предлагаю немножечко перераспределить петельки, для того, чтобы вам было просто удобно. Смотрите, сейчас у вас, если вы вывернете на изнаночную сторону, вот так вот повернете к себе, то у вас получается на первой спице 6 петелек, на второй 10 и на третьей 10. Вот я вам предлагаю со второй спицы вот так вот привытянуть петельку, привытянуть спицу и с третьей спицы снять 4 петли. 1, 2, 3, 4. Что получается? У нас получается по бокам остается по 6 петелек, на задней спице, на средней получается 14 петелек и на передней, перед наш, 14 петелек. То есть вот смотрите, наша пинеточка, мысок, пяточка и 2 боковые стеночки. Теперь продолжаем вязание. Сейчас нам нужно на боковой стороне набрать с вот этой косички петельки. Всего нам нужно набрать 12 петелек, плюс 6, те, которые у нас на спице, это получается 18. Поэтому начинаем с первой петельки набирать 12 петелек. Если вам удобно спицей, можете набирать спицей, делать подъемчик. Если крючком, то можете крючком. Из первой петельки первую, далее из второй вторую, из третьей третью. Я за обе стеночки вот так вот вытаскиваю рабочую ниточку, делаю петелечку. Итак, 5, 6, 7, 8. Старайтесь аккуратненько набирать и одинаково. 9, 10, 11. И еще одну 12-ю петельку я вот здесь вот достану из петли предыдущего ряда. 12. И дальше продолжаю вязать просто лицевыми петельками вот эти 6 петель на спице. То есть где лицевые, лицевые, где изнаночные, также вяжем лицевые. Смотрите, 12 петелек мы подняли из боковой стеночки, плюс 6, те, которые уже были из распределения резиночки. 18 петелек у нас должно получиться в итоге. Пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Далее у нас идет петельки пяточки. Их у нас 14 петелек, поэтому мы вяжем все 14 петелек просто лицевыми петлями. Может, я где-то оговариваюсь, вы не обращайте внимания, немножечко неудобно просто запоминать количество. Вы уже ориентируетесь по ходу работы, где у вас пяточка, где у вас мысок и где боковые стеночки. Поэтому, если я где-то немножечко ошибаюсь в количестве, вы просто смотрите по ходу своего вязания. Итак, пяточка, 14 петелек, как и на мыске, у нас провязаны. Боковая стеночка, набранные петельки, 18. Теперь у нас нужно со второй стороны, аналогично первой стороне, провязать 6 первых петелек на спице лицевыми петлями и поднять с боковой стеночки еще 12 петелек. То есть 6 мы связали, далее поднимаем одну петельку 7, поднимаем еще одну петельку 8, далее 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последняя петелька 18. Из боковой стеночки второй мы набрали 18 петелек. Смотрите, что у нас должно получиться. По 18 петелек на боковых стеночках и на мыске пяточки по 14 петелек. Первый ряд у нас идет просто лицевыми петельками. Так как нам нужно закончить
с левой верхней стороны, с которой мы начали, то переднюю вот эту спицу мыска мы свяжем просто лицевыми петельками. Все 14 петелек вяжем лицевые. Там, где изнаночные, мы вяжем лицевые петельки, там, где лицевые, вяжем лицевые. То есть, смотрите, нам нужно закончить первый ряд. У нас он начался с боковой стеночки, поэтому должен и закончиться на боковой стеночке. Вот он наш левый верхний уголок, значит, ряд закончен. Первый ряд мы связали, набрали все петельки. Теперь нам нужно продолжить вязать второй ряд высоты подошвы. Смотрите, что у нас в итоге получается. Вот такая замечательная пинеточка. И теперь вы можете смело измерить боковой стеночкой, вот здесь вот, по боковой стеночке, сколько у вас сантиметров получится пинеточка в итоге. Где-то плюс еще у вас добавится приблизительно 1 сантиметр. То есть, если сейчас у вас здесь, к примеру, 10 сантиметров, то у вас еще будет 1 сантиметр плюс. В зависимости от вашей плотности вязания, плотность вашей ниточки, то есть толщина ниточки и номер спиц. Поэтому здесь вы можете посмотреть и прибавить еще где-то сантиметр. Получится длина вашей пинеточки. Теперь первый ряд связан, второй ряд. Второй ряд мы будем вязать все петельки изнаночные. То есть все петли, которые у вас с боковых стеночек, с мыска, с пяточки, полностью второй ряд вяжем изнаночными петельками. При вязании второй пинеточки вы делаете все точно так же, как при вязании первой. Единственное, что с правого верхнего угла вы должны начинать и заканчивать ряд. То есть, если мы сейчас начинаем второй ряд с боковой стеночки от нас, получается, левой, то у вас вязание второй пинеточки должно начаться с верхнего правого угла и начать вот отсюда, с мысочка вязания. Почему я вам говорю так? Потому что, смотрите, у нас сейчас стыковый ряд, стыковая сторона будет вот здесь вот, со стороны верхнего левого уголка. При вязании второй пинеточки у вас должно быть с верхнего правого уголка стыковый ряд, то есть вот так вот. Вы потом по ходу вязания поймете, о чем я говорю, и благодаря тому, что у вас будет вот этот вот стык рядочков с левой стороны, то и начало будет с левой стороны. Точно так же с другой стороны, с правой, значит, с правой стык. Ну, в общем, вы потом по ходу вязания, вы поймете, о чем я говорю, потому что сейчас вам, возможно, это тяжело дается. Итак, первую спицу мы провязали изнаночными петлями, вторую спицу мы вяжем также изнаночными петлями полностью. Далее переходим на вторую боковую стеночку пинеточки, также вяжем все петельки изнаночные, все 18 петелек. И должны мы закончить на вязании мыска, тоже все петельки изнаночные. То есть это у нас второй ряд, он у нас изнаночными петельками. Вот боковую стеночку я довязываю и перехожу к четвертой спице на мыске. Тоже все петельки вяжем изнаночные. И мы, как всегда, заканчиваем в левом верхнем углу. При вязании правой пинеточки мы должны закончить в правом верхнем углу. Итак, мы связали второй ряд изнаночными петлями. Далее вяжем третий ряд лицевыми петлями. То есть мы делаем чередование лицевого ряда лицевыми петельками и изнаночного ряда изнаночными петельками. Вот так вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Затем у нас будет четвертый ряд изнаночными петлями, пятый ряд лицевыми петлями, шестой ряд изнаночными петлями, седьмой ряд лицевыми петлями, восьмой ряд изнаночными петлями, девятый ряд лицевыми петлями. То есть мы сейчас вяжем, чередуя вот так вот лицевые петли изнаночные через ряд, то есть получается все нечетные ряды у нас лицевые, первый, третий, пятый, седьмой и девятый.
А каждые четные ряды у нас идет изнаночными петлями, то есть второй, четвертый, шестой и восьмой ряд. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, поэтому можете, в принципе, самостоятельно дальше вязать, чередуя лицевые петельки в ряду нечетном и изнаночные петельки в четном каждом ряду. В общем, у нас должно быть 9 всего рядочков в высоту подошвы. Мы сейчас с вами вяжем третий ряд высоты подошвы. И ряды, не забывайте, у нас должны заканчиваться в левом верхнем углу. Вот у нас третий ряд заканчивается лицевой. Сейчас четвертый ряд будет изнаночными петельками. Далее пятый ряд лицевыми. Шестой изнаночными, седьмой лицевыми, восьмой изнаночными и девятый лицевыми. Вот мы закончили третий ряд. Продолжаем дальше чередовать изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. 9 всего рядочков. Мы 3 провязали, значит, еще 6 рядочков самостоятельно довяжите. Высота в 9 рядочков подошвы связана. Вот посмотрите, о чем я вам говорила. Стыковая сторона. В левом верхнем углу у нас начало ряда и начало в левом верхнем углу уже здесь, при вывязывании высоты. На правой пинеточке у вас получится стык рядочков с этой стороны, то есть в правом верхнем углу. Вот. Теперь смотрите, нам нужно сейчас будет сделать небольшое изменение и убавление в ряду. Для закругления немножечко мыска и пяточки нам нужно будет на мыске и на пяточке убавить с обеих сторон по петле. Что мы делаем и как? Девятый ряд это у нас был лицевой ряд, то есть лицевыми петельками. Сейчас мы свяжем десятый ряд изнаночными петлями и сделаем убавление. Боковые стеночки 18 петелек мы не трогаем, так и вяжем 18 петелек первой стороны изнаночными петлями, то есть получается это 10 ряд высоты подошвы. 10 ряд первую боковую стеночку мы не трогаем. Затем у нас идет сторона, вторая спица пяточки. Мы делаем убавление. Первые две петельки вяжем вместе одной изнаночной. Затем вяжем средние петельки до последних двух изнаночными петлями. И последние две оставшиеся на спице мы вяжем 2 вместе, 1 изнаночной. То есть мы в начале и в конце на второй спице, на спице, где у нас пяточка, сделали по одной петле убавления. Итого у нас должно получиться 12 петелек на пяточке. То есть 2 мы убавили. Вторую боковую стеночку мы не трогаем, просто вяжем 18 изнаночных петелек без изменений. Петельки боковые мы не трогаем. И переходим к убавлению на мыске. То есть при вязании второй пинеточки вы смотрите, вы убавление делаете на мыске и на пяточке, на боковых стеночках также не трогаете. Вот он наш мысок, мы вяжем первые две петли изнаночной одной. Далее средние 10 петелек мы вяжем изнаночными, просто без изменения. И последние две петли мы вяжем одной изнаночной вместе. То есть точно так же, как и на пяточке. Две первые и две последние вяжем одной изнаночной вместе. Вот так вот. И точно так же убавили на мыске две петельки. То есть всего у нас должно получиться как на пяточке, так и на мыске по 12 петелек. Все, мы довязали полностью высоту нашей подошвы и приступаем к вывязыванию самой непосредственно подошвы. То есть будем закрывать вот эту часть. Смотрите, пяточку мы сейчас не будем вообще трогать. Мы будем использовать только средние петли 12 и постепенно с каждой стороны забирать по одной петле с боковой. Итак, развернув на изнаночную сторону, мы сейчас прямыми обратными рядами вяжем 12 средних петелек мыска. Вяжем первую мы снимаем не провязанной, затем у нас идет изнаночные
петельки. Средние 10 петель вяжем изнаночными петлями. Просто вот так вот прямыми обратными лицевой гладью будем вязать петельки. Смотрите, связали 10 изнаночных средних петель. Последнюю петлю переносим на боковую спицу. И вяжем 2 вместе, то есть получается последнюю петлю со средней спицы и первую петлю с боковой стеночки вяжем одной изнаночной петлей. Далее поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петелечку снимаем не провязанной со средней спицы. Затем вяжем 10 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последнюю петельку переносим на боковую спицу. И вяжем 2 вместе петли, то есть последнюю с боковой, последнюю со средней спицы и первую с боковой одной лицевой петелькой. То есть смотрите, средние 12 петелек у вас не должны меняться в количестве. Их всегда должно быть 12. А постепенно забирается лишь с боковых стеночек. Снова поворачиваем на изнаночный ряд. Первую снимаем не провязанной. Далее идет у нас 10 изнаночных петелек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последнюю петлю переносим на боковую спицу и вяжем вместе последнюю петлю и первую с боковой спицы одной изнаночной. Запомните, перенося на боковую спицу, всегда с изнаночной стороны мы вяжем изнаночные 10 петель и последнюю вяжем изнаночной вместе с боковой петелькой. На лицевой стороне мы вяжем средние 10 петелек лицевыми, первую снимаем не провязанной, и последнюю мы вяжем с боковой петелькой лицевой петлей. То есть с лицевой стороны мы вяжем лицевыми петлями, как лицевую гладь, а с изнаночной стороны изнаночными петлями, как изнаночную гладь. Последнюю петлю переносим на боковую стеночку и вместе с боковой петлей вяжем вместе сплошной лицевой. То есть смотрите, постепенно забирая с боковых стеночек по одной петле, у нас уменьшается количество на боковых спицах и делается постепенное закругление подошвы. То есть смотрите, вот получается. Снова первую снимаем не провязанной, затем вяжем 10 петелек средних изнаночными. Последнюю петлю мы не довязываем, переносим на боковую спицу и вяжем вместе с первой петлей боковой вместе изнаночной одной петлей 2 петли. Снова делаем поворот. На лицевой стороне первую снимаем не провязанной всегда. Далее средние мы вяжем, коль с лицевой стороны мы вяжем лицевыми петлями 10 петелек. Последнюю петлю мы переносим на боковую спицу. Из боковой спицы первую петлю и последнюю со средней вяжем вместе лицевой. И вот так вот я буду вязать убавление с боковых стеночек, пока у нас на них не останется ни одной петли. Для тех, кто умеет вязать пяточку для носочка, особого труда здесь не составит. Здесь просто идет такое вот закругление, как пяточка носка. Поэтому ничего сложного здесь абсолютно для вас не должно быть. Для тех, кто не вяжет пяточку носочка, для тех будет немножечко посложнее. Но главное, запомните, что средние 12 петелек у вас не должны не уменьшаться, не увеличиваться в количестве. Первую петелечку в ряду вы всегда снимаете не провязанной. Последнюю вы переносите на боковую стеночку и вяжете с лицевой стороны лицевой петлей вместе, с изнаночной стороны изнаночной петлей вместе. То есть это должно быть для вас неизменно и понятно. Так вот вяжем 10 средних петелек. Первую снимаем, 10 петелек по рисунку, то есть с изнаночной стороны изнаночными, с лицевой лицевой. Последнюю переносим на боковую стеночку и точно так же по рисунку с лицевой стороны лицевой петлей, с изнаночной изнаночной петлей. Вот так вот у нас закругление идет на подошву. И постепенно подошвочка будет вот так вот закрываться.
Постепенно уменьшается количество петелек на боковых стеночках. Вот у меня их остается всего уже по 3. И здесь неизменно как на пяточке, так и на мыске по 12 петелек. И вот я убавляла до тех пор, пока у меня не осталось всего лишь петли мыска и пяточки. Смотрите, у меня с лицевой стороны, в принципе, уже все закончено вязание, поэтому мы сейчас берем через вот это отверстие, выворачиваем пинеточку на изнаночную сторону. Полностью выворачиваем и ту резиночку, которая у нас в начале была, и мысочек, вот так вот. Теперь кладем ниточку на указательный палец, так чтобы нам было удобно. С обеих сторон у нас одинаковое количество петелек, поэтому самое легко будет закрытие петелек сделать так. Смотрите, мы берем одну, захватываем петельку с одной спицы и первую петельку со второй спицы. Вяжем вместе 2 петли одной лицевой. У нас на правой спице остается вот такая вот провязанная лицевая петелька. Затем вторую с первой спицы и вторую со второй спицы вяжем 2 вместе одной лицевой. И на правой спице одеваем первую провязанную на вторую. Снова третью с первой спицы, третью со второй спицы вяжем лицевой и вторую одеваем на третью петельку. Четвертую точно так же с одной спицы со второй, 2 вместе лицевой и третью на четвертую. И вот так вот по очереди вяжем 2 вместе одной лицевой петлей и одеваем предыдущую провязанную петлю на последующую. Вот так вот. Это самый, в принципе, самый обычный, самый простой способ. И из-за того, что одинаковое количество петелек на первой и второй спице, нам будет очень удобно сделать закрытие и не останется никаких лишних петелек. Вот так вот по очереди вяжем 2 вместе лицевой. С каждой спицы по одной петле захватываем и делаем вот такую вот своего рода протяжку. Одевание предыдущей петли на последующую. И вот у нас остается по 2 петли на каждой спице. Мы вяжем 2 вместе лицевой. И последние 2 петли вяжем 2 вместе одной лицевой. И делаем переодевание. У нас получается вот такая вот петелечка. Я отлаживаю спицы в сторону. Беру теперь крючок, одеваю петельку на крючок крайнюю, затягиваю ее хорошо и захватываю где-то здесь вот какую-нибудь петельку и делаю вот такую еще раз протяжку. Делаю 2 воздушные петли и привытягиваю такой вот краешек. То есть петельку нашу привытягиваю и отрезаю. Оставляю небольшой кончик для того, чтобы нам было удобно заправить краешек ниточки. Затяните хорошо эти воздушные петельки, чтобы они не распустились. И теперь у нас есть вот такая замечательная косичка. Она не тугая, не плотная, то есть эти пинеточки очень хорошо подойдут как для ребеночка, который лежит, так и ходит. И мы вот в стеночке косички начинаем красивенько прятать этот краешек. Причем по ходу того, как ложится косичка, мы и будем прятать. То есть, чтобы минимально все было видно, даже с изнаночной стороны, я люблю, чтобы было максимально все аккуратно. Вот, прячем кончик на изнаночной стороне в этот рубчик или косичку, которым мы сделали закрытие петелек. Петельки у вас, если не совпали, проверьте, где-то вы, может быть, потеряли какую-то петельку. Если все совпало, то это отлично. Вот этот хвостик ненужный нам мы отрезаем. И получаем вот такую замечательную пяточку. Она очень аккуратненькая, красивенькая. И теперь выворачиваем нашу пинетку на лицевую сторону. У нас остался еще хвостик. Вот этот при наборе петелек и замыкании в круг. Мы его прячем с лицевой стороны, по ходу так, как ложится косичка. То есть вот она косичка у меня вниз. Я предлагаю вам немножечко такой вот сделать хитрость, сделать как бы воздушную петлю в любую из петелек. Для того, чтобы просто закрепить ниточку, и она у вас не вытаскивалась, не вытягивалась. И берем вот так вот по ходу плетения косичек в рядах. Мы
прячем этот краешек. Почему с лицевой стороны? Потому что при отвороте его будет не видно. Будет видно, если вы спрячете его с изнаночной стороны, она у вас будет при отворотике лицевой. Вот так буквально сантиметра 2-3 продеваете в каждую петлю. Вот так вот. Я в лицевую петлю продеваю, вы как хотите, в принципе. Ну, мне так удобно и кажется, что менее заметно. Теперь отрезаем и этот хвостик, он нам не нужен. Делаем отворотик. И теперь самое интересное. Вяжем вторую пинеточку и украшаем на свое усмотрение. Получаются вот такие замечательные. Я считаю, что такая пинеточка очень аккуратненькая и подойдет, в принципе, своей простотой как на каждый день, так и своей оригинальностью на такие какие-нибудь события в жизни ребенка. То есть это может быть, если, допустим, белоснежная, то это крестины. Можете добавить сюда пуговички, бусинки какие-то. Я, например, люблю украшать бусинками, либо атласными ленточками. Я здесь не стала делать дырочки, потому что здесь, в принципе, резиночка 1 на 1. И я считаю, что любая атласная ленточка, где-то с пол сантиметра толщиной, она спокойно проденется здесь вот сквозь вот эти петельки. Что изнаночные, что лицевые, то есть не нужно делать дырочки. Если вы будете делать жгутики, то, конечно, здесь уже либо придется постараться сделать дырочки при вывязывании резинки, то есть это связать 2 лицевые накид, 2 лицевые накид, либо просто сделать жгутик потоньше. В общем, вяжите вторую пинеточку, вторая пинеточка, я вам сейчас покажу, в чем ее особенность. Как я вам уже говорила, ставите. В правом верхнем углу у вас начало и в правом верхнем углу у вас стык. И теперь эти стыки у вас вот так вот соприкасаются. То есть левая и правая пинеточка у вас в зеркальном отображении. Я уже связала вторую, мне осталось только обрезать вот эти вот кончики, спрятать и обрезать. Вот, в принципе, моя пинеточка уже готова, поэтому остается дело за малым. Остается лишь только эти пинеточки мне украсить. То есть либо вставить ленточки, либо пуговички, либо бусинки, либо цветочки вязаные. Они размерами одинаковые. Просто одной передала я форму такую более, как бы, можете, в принципе, какую-то ватку засунуть или что-то, чтобы сфотографировать, если хотите, более придать форму. А вторая просто у меня сейчас по ходу была приплюснутая. То есть вот они абсолютно одинаковы, вяжутся абсолютно одинаково. Единственное, немножечко учитывайте нюансы, которые я даю по ходу вязания. То есть чтобы вот эти стыки были в разных местах, чтобы начало вязания вот это было тоже в разных местах, так как будет это по ходу вам в зеркальном отображении. В принципе, можно связать как одну, так и на вторую ножку одинаковые абсолютно пинеточки. И при украшении, я думаю, спрятать вот эти вот погрешности по поводу соединения ряда или какие-нибудь там прятать краешки ниточек более аккуратненько. В общем, в принципе, все на ваше усмотрение. Теперь украшайте. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, понравилось. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. Хорошего вам настроения. Пока-пока!